Саперная зачистка в Таджикистане. Российские военные проверяют три полигона – Лиур, Мамирак и Самбули. Недавно артиллерийские батареи 201-й базы провели на этой территории боевые стрельбы. Теперь специалисты по разминированию вычищают полигон от неразорвавшихся снарядов. Находить самые опасные объекты помогают специально обученные собаки. Всего за время учений по целям выпущено около 400 снарядов и осколочно-фугасных мин. Зачистка началась 9 апреля и продлится несколько месяцев. Эпицентр информации о событиях в странах СНГ на мультимедийном портале www.mir24.tv. Ну а я напоминаю, программа «Союзники» выходит в эфир по понедельникам в 19:40. Не опаздывайте.